внимание. Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Отлично. Вы отправили в зал и свою команду увеличили. Вам нужно найти ровно 3 человека в зале. Или 4. Скорее всего, 4. 4 человека в зале. Каждый 4 приведи. Ты 4 и ты 4. 4 человека. Побежали. А вы оставайтесь, мужчины. Быстрее, быстрее, быстрее. 4 человека. Человек, я муж. Так. Бегом, 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 бегом. Отлично. Все. Раз, два, три. Первая команда готова. Аплодисменты. А где у меня вторая команда? Нет, 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 нет. Все, ваша команда уже, все уже ушла на. Ушла на базу, вернется не сразу. Молодец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Аплодисменты. Держите. Ну что ж, дорогие друзья, ну а теперь самое главное. Посмотрите на свою циферку, и ее, конечно же, вам необходимо запомнить. Самое сложное. 20 шагов назад ваша команда. Чуть-чуть. Ну и ваши полтора шага назад. Дорогие друзья, а вот теперь вам необходимо, конечно же, немножечко подумать. Ну и самое сложное. Вам необходимо показать. Ну, например, внимание. Вот сейчас шпаргалка, то у меня тут самое сложное. О, замечательно. Покажите, пожалуйста, номер квартиры, в которой живет наш именинник. Быстрее, номер квартиры. И быстрее, быстрее. Кто знает, в какой квартире живет? Номер квартиры. Быстрее. Показали, рядом встали, показали, придвинули. Быстренько, раз, два, три. Показали вверх, туда. Аплодисменты! У вас 253? Да нет, 123! Аплодисменты! 1-0 побеждает команда Марины. Мария! Не Мария, извини. Итак, Мария, да. Итак, дорогие друзья, ладно, задача посложнее или попроще. Внимание! Куда обычно попадают из яблочка или куда... Яблочко или... Быстрее, показывай туда. У вас 0-1 туда. У вас тоже 0-1. Туда ответ. Туда. Десяточка. Аплодисменты, реабилитировались. Отлично. Возвращаемся. Итак, внимание. Чтобы прожить вместе Галочки и Геннадию вместе до серебряной свадьбы. Это сколько лет? Быстрее. Серебряная свадьба. Серебряная. Серебряная. 52 года, ничего себе. Серебряная, 52. 25, аплодисменты. Нет, надо, чтобы каждый вставал рядом, они передавали карточку. Дальше. Родился наш Геннадий какого числа? Туда, туда. Стоп, стоп, стоп. Девочки, надо не выхватывать. Стоп, стоп, стоп. Молодцы. 12 числа. Ой, все перепутали. Итак, внимание, вернулись. Итак, внимание! На каком этаже живет именинник? Четвертый! Покажи туда! Молодец, аплодисменты! Дальше. Итак, очков в карточной игре это сколько? Молодцы! Итак, как мы набираем телефон скорой помощи? Аплодисменты, молодцы. Итак, в песне Антонова поется «Сколько лет спустя?» «Сколько лет спустя?» Аплодисменты. Слушай, Машенька, вообще у вас команда вперед летит. «Сколько лет было юному капитану из романа Жюля Верна?» «Капитан!» Аплодисменты, молодцы. Итак, еще, еще. «Сколько было негритят?» На детективе. 21. Вау, негритенок. Вау, 12. Нет, их было 10. Аплодисменты. Итак, внимание. Итак, какого числа поженились Галя и Геннадий? Вы кричали горько. А у нас нет такой цифры. Ура, аплодисменты. Ну что ж,
А, тогда какого числа подали заявление? О, это круто! Заявление какого числа подали? Нет, у нас есть эти цифры. Заявление какого? Молодцы, аплодисменты! Итак, внимание, как вызвать пожарную службу? Пожарную! Пожарную! Молодцы, аплодисменты! Так, итак, в каком году Геннадий Геннадьевич отвечает свое 55-летие? Какой год? Аплодисменты! Молодцы! Ну что ж, дорогие друзья, сегодня какое наибольшее количество раз бокалов мы можем поднять? Итак, постройте, то наибольшее количество бокалы мы можем поднять. Выстраивайтесь! Наибольшее количество. Быстрее, 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 быстрее. Аплодисменты! Вот это да! Ну что ж, давайте подведем итоги. А вроде сначала были Машек впереди, тут вот подтянулась команда Галины. Аплодисменты! Не поняла. Команде Галине! Стоп! Команде Марии! Ну что, потому что у Марии команда такая дружная, громче повещали, вроде как больше аплодисментов. Но тогда сейчас я предлагаю...